Программа ЮНИСЕФ по водоснабжению и улучшению санитарно-гигиенических условий в школах Абхазии работает с 2020 года. За это время в 44 школах была налажена система водоснабжения. В 28 школах отремонтированы санузлы. Более 9 тысяч детей теперь пользуются чистыми и доступными санузлами. В каждой из этих школ был оборудован санузел, доступный для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все санитарно-технические объекты, сделанные в рамках программы, соответствуют международным стандартам качества. 8 местных строительных компаний улучшили свои навыки по строительству санузлов в соответствии с международными стандартами. В некоторых районах местные администрации и школы внесли свой вклад в реализацию проекта. Почему в каждой школе должны быть питьевая вода и чистый доступный туалет? У детей, которые регулярно пьют воду в школе, сохраняется водный баланс в организме и улучшается успеваемость. Когда у ребенка есть возможность воспользоваться чистым школьным туалетом, он может лучше сконцентрироваться во время занятий. Строгое соблюдение правил гигиены рук в школе помогает сохранять здоровье детей и обеспечивать их присутствие на занятиях. Более 9 тысяч детей в тех же школах прошли обучение на такие темы, как изменение климата и окружающая среда, здоровый образ жизни и гигиена, использование санитарно-гигиенических объектов. Каждая школа, участвующая в программе, получила методические пособия по проведению классных часов о здоровом образе жизни и окружающей среде, постеры и наглядные пособия на абхазском и русском языках. Программа будет осуществляться до 2025 года и охватит 74 школы, что составляет половину школ Абхазии.